Здравствуйте, меня зовут Хадарина Елена. Мне 33 года. Я начинающая актриса. В 2014 году я переехала в Москву из Сибири. Приехала я не просто так. Я мечтаю стать актрисой. Актерского образования у меня нет. Поэтому в 2015 году я пошла заниматься на курсы актерского мастерства в студию Лары Шум. Во время занятий и после я снялась в нескольких эпизодах, в том числе «Саша Таня» на ТНТ. Но мне этого мало. Я хочу сниматься больше и чаще. И если вы досмотрели это видео до конца, я очень благодарю вас и посылаю вам поцелуйчики. Миллионы-миллионы поцелуйчиков.